Всех приветствую на своем YouTube-канале. И сегодня я начинаю новую рубрику под названием «Дачные лайфхаки». Дачный лайфхак – это небольшая дачная хитрость, позволяющая сэкономить время в нашем нелегком дачном труде. Лично я очень часто теряю садовый инструмент и потом долго его ищу, тратя на это много времени. Например, возьмем один из самых главных садово-огородных инструментов, без которых никак нам не обойтись – это лопата. Например, вы чем-то занимаетесь, воткнули лопату в землю, на что-то отвлеклись, лопата упала и затерялась в зеленой траве. Если вы не помните точного места, где оставили инструмент, то на поиски может уйти очень много времени. Для того, чтобы максимально ускорить поиск лопаты, необходимо покрасить черенок в цвет, отличающийся от тех цветов, в окружении которых она может потеряться. Я крашу в белый. Для покраски использую самую дешевую эмаль из ближайшего хозяйственного магазина. Как вы видите, черенок лопаты теперь очень хорошо заметен в траве, и его можно очень быстро найти. В белый цвет я покрасил все черенки садовых инструментов. Тяпки, лопаты, вилы, грабли, плоскорез Фокина. Все, кроме инвентаря, используемого для уборки снега. Всем спасибо за просмотр. С вас лайк и колокольчик, а также подписка, если по какой-то странной причине вы еще не подписаны на мой канал. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!